боюсь высоко. Алло! Алло! Да. Анаконда! Разбрасывал? Да. Че, пошли? Пошли. Анаконда! Здесь же! Алло, танцуй! Не умею! Все петь! Все петь! Марта хочет банан! Не, лучше так. Нет. А давай просто им кис. Они будут ногами все. Йоу! Не надо так. Йоу! Е! Е! Ура! Йоу! Не вахну! Скажи, Петя. Нет, это Маня. Ну, поверни на ладони. Рушится Брестская крепость. Она пошла. Пошла, все, пошла. Пошла, она пошла. А сейчас нет, Петя. Сам где? Ты какая дурная. Алло, алло. Варан. Алло, куда? Мишак, куда на ночь снимает? Кто? Да, доктор на ночь. Пускай машина. Да, аккуратнее. Так, мать, залуди из кадра. Показываем границу Белоруссии и чего мы там, с Польши, да? С которой мы уже не можем выехать с 9 часов утра. Вот теперь не можем друг друга пропустить, вот эти два автобуса. Наш вот этот. Наш правый. Тут уже и песни пели, толпу собрали. Зрители. Русские не сдаются. Передел изучает афишу. Так, мы находимся в Германии уже. Нас отпустили на пару часов. Ну что, с рули, как нормали? Что?
Петя! А? Не знаю. Вот один из самых типичных плакатов в городе Дрезден. Такой интересный. Красивый. Нет, только машины, снимаешь? Да. Светофоры такие же, блядь. Классно. Нет, на светофориках еще велосипедистов показывают. И женщины улыбаются в окно. Здорово. Чего не стоит? Красный был. А вон Железякин наш идет в Москву. Спасибо. Ой, ой. Вчера ты будешь курить? А вот мы идем с Кириллом, вот даже специально для тебя же, в зад идем, такой красивый. Честно, классно. Ну, сидит такой классный вообще. Ты чё? Капотик. Все как в Москве. Даже останки у нее свое, немецкое. Ну там какое-то шоу. Да. Но, извините, пацаны, бритва. Потому что там, походу, проход платный. А у бедных воспитанников... Ни марки в кармане. Да. Денег нет. Ой, компот, тебя не видно. Вот, теперь видно. Так, погоди, давай снимем всю карту. Мы находимся где-то, а вот... Вот где-то здесь. Шавиньон, духи. Шавиньон. Там не было ничего. Разбитый пузырек, я его высыпал. Есть там пачка сигарет лежала, я не знаю, она пустая или полная. А что ты не поднял? Пупа, берушки какие. Там тетя, блядь.
Кого, меня? Да, да, да. Да, вот он идет, все. Ага. Ой, оставь меня, старушка, я в печали. О, сейчас курительный разбегается. Дай тебе бека сниму. Бека. Бек, тоже горюешь? А? Он тоже горюешь. Игорь! А, вон Мазел. И Тюша. Вон Мазел. И Тюша. Тю-тю-тю. А Тюха такой же лицемер. Так они недавно его это. Ну-ну-тю-тю. А вчера болтает с ними, улыбается. Опа. С кем? Да с Тюхой. То есть Тюха с Мазелом. И Печкин, зараза. Вася что-то потерялся. Где же Вася? Так, а сейчас пора бы уже снять, в каком страче мы здесь едем. Из автобуса. Прямой эфир из автобуса. Который мы находимся уже второй день невыносимый. Третий день невыносимый просто злой. Главный тролляр. В таком сраке, в ну, скажите что-нибудь. Уже едем 10-е сутки. Магистраль, короче, Хабаровск, Москва. На 5-х сутках мы решили... Потом. Самые неприятные в этом автобусе, вот они. А ну-ка, Дузер, повернись, покажи. Мы идиотный музыкант. Дети. Нам даже тут приходит. Ну, у меня слегка такой. Брови Мириам. Мари Маргарет Юг. Маленький телевизор, да, который... Ой, у нас что-то упало, нож. Так, вот там где-то... Да ну, здесь интересно. О, кстати, мы даже зубы чистили в автобусе. Нет, бутылку я выкинул, потому что там грязно было очень. Вон там внизу вообще, черт, что творится. Ноги такие. А еще кружки, ботинки сразу. Вот, форма сразу. Ноги. А ну-ка, только не очень длинная. Огонь, обогревало его и сохраняло ему жизнь. Если половой человек... Приедем через 14 часов, потому что 10 часов стоять нам. А вот он, Вася, ё-моё. А Вася был не с консервы. И сухпайки. А вот Ваня. Не-не-не, туда, ты туда, где-то туда. О! Альберт Виль. Вот он, как правильно. Ой. А мне можно прыгнуть? Прыгни. Ну и что ты скажешь, Пеш? Все здесь здорово вообще. Тебе места себе сделали. А что дают? Передел, покажи, что дают жрать. Сибика. Сибиканка какая-то там. Еще
хлеба огурцов. Ладно, Сэм. Киви и творог. А, киви и творог? Ну, обычно. 13-й, ты что скажешь? 13-й по пиву убивается. А, понял. Сэм. А что, на какую кнопку нажимаешь? Там же как бы обводит трупы, да, вот здесь вот двоих мальчуганов придавило. И велосипедисты с ним. Всем бой, Жор. И опять никого. Пеш, выключи пока камеру, Пеш. Да, так надо. Подожди, пока выключи. Выключи. Кто будет говорить речь? Ты. Я? Да. Чудесная площадь – это самая замечательная достопримечательность этого города. Дворец Европы. Palace of Europe. Красиво. Здесь мы вчера должны были выступать, но так как пошел огромный дождь, нам не повезло, мы спрятались, нас всех смыло по углам, мы спрятались вот за это, а может быть вон за тот. Под этими пальмочками. Под этими пальмами, да, и за тот навес. И все это дело прождали. Здесь идет ремонт какой-то, вот Пешепонов. Саша. А вот Островский куда-то делся. Мы такие грустные, потому что... А вон Островский, он вроде. Потому что. Потому что мы просто грустные. Вот это Островский. Саня, пошли за мной. Замечательный человек, он... высматривает или что-нибудь опять высчитывает. Калькулирует. Да, калькулирует. У нас нету ни копейки денег, потому что папа оставил их себе. Подарил их себе. Да, и приказал нам долго сегодня жить. Сегодня будут разборки. Да, сегодня будут разборки, но я, честно говоря, на них не сильно надеюсь. Да, потому что папа у нас... Вы видите сожаление в глазах. Сожаление, эту скорбь. Лярго эместо. Место, скорбь, печаль. А вот еще ноги. Особенно у Саши на лице. Вот еще ноги здесь пошли. Ноги, покалеченные жизнью. Все, а мы еще танцуем. Прошу. Вот, пожалуйста, Островский соизволил посмотреть на нас. Юрий Славович давал жару на первом курсе, поэтому... потерянный. Он наконец-то вернулся к жизни.
выступает питерский оркестр. Ничего интересного, одни какие-то военные передвижения. Змейки там. Давайте не ходи. Что я пил пиво, а я пью кока-колу. Он взял пустую баночку, баночку с кока-колы и налил туда пиво. Ты что вначале стоит, смотришь, что ты поставил на стол. Снимаю, снимаю. Вася, сюда. Thank you.
В общем, мне сказали. Не похож. Меня потом с ним познакомили. Вообще похож. А ты немножко, да, похож. Даже подбородок не похож. Это надо сделать. Вообще не похож. Ты большой засек там? Да, отлично. Сейчас салют кончился. Ай-яй-яй. Thank you.
Вон там снег даже лежит. Вокруг нас горы, сплошные вот, горы. Тихо, спокойно. Здесь скучно. Угу. А вот у них тихо, спокойно, жизнь. Зачем они руки приглашают? Так, а в этой штуке мы выступаем. Хотя, в принципе, может быть, для того, чтобы не было так скучно. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Это Германия. Понял? А вот это. Снимай. Снимай. Морду тебя. Белый. Я не еду. Короче, если ты ко мне на дома шеха, без кассеты не приезжай, понял? Понял, Пеша? Да. Пеша, я тебе тоже кассеты. Пеша, я тебе сразу кассеты. Через гору, да? Тебе что? Да не хочу я уже, хватит, пленку-то не пройдись. Да, здесь потратишь, да? Да. Здесь вот еще два. Вот еще два вообще. Ой-ой, о-о-о! Еще два. Я снимаю. Ой! Это самолет двумя винтами быстрее. Вот, смотри, а что ты нос снимаешь, смотри. А мы как Дон Кихот проезжаем. Сваливайся, осторожно. Моя пешка. Оператор такой, оперативный. Я снимаю тоже, я снимаю. Смотри туда. Нет, прямо почти что. Лёв, прямо почти, посмотри. Туда. Бомжатник сейчас сниму. Да, я еще бомжатник хочу снять. Бомжатник наш. Пеш. Ой, хватит. Грин, ты что, нас заснимешь? О, стоянка. Сейчас, подожди, я лягу, ты снимай. Открой. Это граница, не стоянка. Справа открой. Это граница. Это граница. Смотри, что они через границу хотят все переехать.